Огромнейший привет, мы продолжаем прохождение Nightmares Dungeon Nightmares 2. Ну что ж, поехали вниз. Не знаю, появились мы в комнате, а не внизу в подвале, где в прошлый раз вышли. Возможно, тут нет системы сейвов, тогда это печаль. За печаль беда. Да, насчет серии, я не буду эту игру полностью проходить, я запишу 2-3 серии в начале. Ну, не знаю, если она прям сильно затянет, то, может быть, ее пройдем. Из хорроров у нас сейчас есть, естественно, легендарная, вернее, Silent Hill, Амнезия, Машина для свиней и, конечно же, новая, совсем новенькая, свежая игра Сома. Блин, ни хрена не видно. Просто ни хрена не видно. Точно заново началось, смотрите, свечей нет. Бля! Хамуха! Ладно. В прошлый раз как-то было не очень мне страшно поначалу, а сейчас понимаю, что нас ждет. Мне уже с самого начала страшно, блин. Твою же заразу. Возможно, это если нет сейбов, тут, ну как, просто каждый раз новые подземелья генерируются и все. И игру типа нельзя пройти, ну, скорее всего, можно. Просто странно, что мы начали как бы с нуля, хотя с другой стороны не с нуля, потому что вот этого мы точно не видели. Охренеть. Блин. Твою заразу, не надо так оборачиваться резко. Блин, мы не видим просто ни хрена. Вообще ни хрена. Бля. Окей. Блин, эта сволочь меня напугала дико. Чего там? Выпей крови? Не хочешь отведать крови? Выпить? Твою заразу, а? Да ладно, а сюда можно. Игра страшная, но ее главный недостаток, как бы не регенерировались заново подземелья, она однообразна. Блин, кто-то дверь открыл. Бляха, муха, это зомби. Фак. Скелет еще. Да пошли вы все нахер. Да все вы нахер пошли. Просто нахер. Сказал нахер. Блин, тупик. Капец, короче.
кофе будет. Пипец. Да. Фак, я думаю, я свет отпугнул. Вот игрушка страшная, но даже если, ну, благодаря тому, что заново что-то там регенится, она все равно однообразная. Долго в нее играть и много как-то не очень. Поэтому я даже думаю, что третьей серии у нас, скорее всего, не будет. Ну, она как-то, ну, опять же, она страшная, однообразная, ну и не очень интересная. Просто, знаете, как вот инди-хоррор типа Слендера, да, который, не знаю, ну, побегал ты за этими страницами в лесу полчасика, тебе надоел. Сому сейчас у нас на канале уже залилась. Наверное, мне понравилось больше даже просто по там 31 минутам. Вот понятно, что полноценная игруха. Полноценная классная игруха. Ну. И чё? Это всё, что ли? А, мы живы? Ну, не живы, ну куда-то попали. Ну пошли. Ну ладно, что, ну упало, что ты так сразу-то. Нет, ну начинать заново я точно не буду. Раз тут континент нет, поэтому серия получилась совсем коротенькая. Возможно, да, эта игра страшная, но... Честно говоря, она мне не понравилась. Тут нет какого-то внятного сюжета, или я до него не дошел. Тут вопросов нет, я его не видел конкретно, да. Генерирующие заново подземелья с однотипными мобами, с однотипными сундуками. Ну, честно, мне это не нравится. Вот. Первая часть была, может быть, даже и пострашнее. В этом плане мне понравилось, ну... Если я в нее, я не помню, записывали мы ее на канал или нет. То, что я в нее играл, точно помню. Ну, в принципе, одно и то же. Много играть в эту игру, не знаю, ну, кому-то, наверное, будет интересно. Мне, к сожалению, для поклонников этой игры нет. Хотя, какая им разница, им пофигу на меня, правильно? Правильно. Я тоже так думаю. Вот, ну, а какие выводы можем сделать? Эту игру мы заканчиваем, вот. И... Начинаем, вернее не начинаем, ну сегодня же уже вышла серия, сейчас по игре Сома, вот грубо говоря, действительно и хоррор, и приключения, и научная фантастика, и ну то, что мне нравится, эта игра, я уверен, очень-очень сильно мне понравится, хотя я там только-только ее начал проходить, но я в этом уверен, потому что я... Где-то, наверное, 3 месяца назад еще узнал, что она выходит, и все это время ждал специально, несмотря ничего, что там и как. Не читая, не смотря. Некоторые читают, там каждую новость следят, что там в игре будет и так далее. Но я не хотел себе кайф ломать вот этого первого взгляда на эту игру. И, в принципе, мне она понравилась. Ну что ж, всем огромное спасибо, кто смотрел эту небольшую серию. С вами был Айс, ждите серию уже по другим играм. По Соме, по Амнезии, машина для свиней, по Silent Hill, по Веселю, по Айзику, по Наклер... Что-то там... А, Наклер Трону, да, вот. И, естественно, по Авизарде 8. Игр у нас много. Буду стараться выпускать по 2-3 серии в день. Сегодня такой день особенный, просто потому что вчера ничего не выходило, я был занят. Поэтому как бы за 2 дня выпустил. Серию по Silent Hill ждите завтра, ориентировочно. Ну, в ночь на завтра-послезавтра или завтра с утра.
В общем, это через сутки, через полтора. Все, всем большое спасибо и всем пока-пока.